Зачастую исход игры может решить всего лишь обычный телепорт, который вы забыли купить и вовремя телепортироваться на базу. Давайте я вам это продемонстрирую. Не просто на какой-нибудь игре, а на профессиональной игре. Secret против C9. А C9 выиграли одну карту, и они должны были выиграть эту карту у Secret. Но здесь был такой переворот, который многих шокировал, особенно комментаторов. И Secret победили. Давайте посмотрим почему. Вот мы видим, что сейчас C9 делает заход, чтобы просто снести базу и закончить игру. Что делает у нас Secret? Начинают как бы дефать, все у них хорошо, потихонечку дефают. Давайте мы немножечко ускорим процесс. Ускорение, 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 ускорение. Все, у Люкантропа появляется ульта скоро. Окей, вот мы видим, смотрите. Все собрались на миду, чтобы запушить и победить. Так как Secret, они были сильны в начале турнира, под конец уже просто сдулись. Но, что будет дальше? Давайте посмотрим. Люкантроп, смотрите, покупает травела и делает ТП. То есть, они пошли на размен. Оставили базу и пошли пушить базу врага. И у них, в принципе, это получится. Давайте посмотрим, что будет дальше. Заметьте, смотрите, как они сделали умно. Он сломал вышку и не стал ломать казармы. Это тоже будет вам уроком. Если вы идете на размен, ломайте вышку, чтобы здесь у вышки убралась неуязвимость. И сразу же сносите главные вышки. И потом сам трон. Смотрим, что происходит у нас дальше. Хорошо, идут до конца, то есть... Они знали, зачем они сюда телепортировались. Не просто так развести, чтобы враг отошел на базу. А чтобы до конца, смотрите. Здесь ошибка Квапы была в том, что она долгое время просто била вышку. Зачем? Надо было сразу идти и проносить главные вышки. А теперь вопрос. А где остальные? Почему не дефают базу? Почему C9 не сделали телепортацию, не задефали базу? А давайте посмотрим почему. Нажимаем. Джиггернаут. Нету телепорта. Нажимаем CFE. Нету телепорта. Нажимаем Абадон. Нету телепорта. Нажимаем Венга. Нету телепорта. Нажимаем Акс. Нету телепорта. За это комментаторы так обосрали C9. Это, наверное, худшая игра их в истории и на всю жизнь останется. То есть, играя на турнире, рискуя огромным количеством денег, ну сколько там, или 200 тысяч баксов, или 300 тысяч, неважно, где-то в этом диапазоне, они не купили телепорт, ни один из этих героев. И итог очевиден. Просто сносят базу, смотрите. Они бегут пешочком. То есть, ладно, там вы не купили телепорт. Пойдите на базу врага, на которой вы были, к фонтану, и купите там телепорт. Вы видите, да? Так что запомните. А, раз вам всегда. Всегда с собой носите свиток телепортации. Чтобы была мобильность, чтобы вы могли прыгнуть, задефать. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.